Вопросы детских садов сегодня обсудила и Елена Писарева на совещании с руководителем городского образования Ириной Шанаевой. В областную думу поступает много обращений от родителей по различным темам работы дошкольных учреждений. Самый злободневный вопрос касается оплаты детских садов в период нерабочих дней. Многие родители получили счета на оплату за те дни, в которые ребенок садик не посещал. Ирина Шанаева заверила спикера регионального парламента, что эти начисления ошибочны. У нас не будут начислены, естественно, деньги за дни непосещений. И все счета, которые получили родители за эти дни, я их прошу не оплачивать, обратиться в свое образовательное учреждение в бухгалтерии. И, конечно, счета все будут переписаны только за дни посещения. На сегодняшний день по указу губернатора нерабочие дни являются уважительной причиной, и, соответственно, за эти дни плата начислена не будет. Обсудили на совещании ситуацию с двумя детскими садиками, в которых у медработника, проводившего осмотры воспитанников, диагностирован ковид. Что на сегодняшний день происходит в этих двух детских садах, да, и что будет сделано для того, чтобы вот подобной ситуации у нас все-таки не было? Работник 76-го, 53-го детского сада, она общалась с детьми только в маске и была в перчатках. Заболевание у нее протекает бессимптомно, и на сегодняшний день, конечно, она находится дома на самоизоляции, на определенном лечении. Что сейчас в детском саду? Детские сады работают в режиме дежурной групп, но эти дежурные группы находятся на карантинных мероприятиях. То есть никого новых в эти два детских сада мы, естественно, принимать не будем. Напомним, сегодня у всех детей и сотрудников, которые контактировали с заболевшим медиком, взяты пробы на коронавирус. Результат анализа будет известен в среду вечером. Сегодня ночью была проведена дезинфекция всех помещений детских садов.